Всем привет! Сегодня в центре внимания соковыжималка Jimlux GL CJ160. Идеальный выбор для любителей свежевыжатых соков. Разберем ее основные характеристики, узнаем, насколько она удобна в использовании и стоит ли ее добавлять в вашу кухонную коллекцию. Как всегда, ссылки на товар вы найдете в описании. Поехали! Соковыжималка Jimlux GL CJ160 выглядит стильно и современно благодаря серебристому корпусу, выполненному из нержавеющей стали с пластиковыми элементами. Этот минималистичный дизайн впишется в любую кухню, добавляя ей нотку профессионализма. Компактные размеры всего 192 на 172 на 285 мм позволяют разместить ее даже на небольшой поверхности, а вес в 1,63 килограмма делает ее достаточно легкой для перемещения. Внешний вид радует не только своей практичностью, но и тем, что прибор выглядит гораздо дороже своей цены. Обязательно загляни в описание под видео, там я оставила для тебя ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит тебе совершить покупку с максимальной выгодой. Соковыжималка Jimlux – это настоящий хит для любителей свежевыжатого цитрусового сока. Несмотря на свою компактность и простоту, она обладает рядом впечатляющих особенностей, которые превращают ее в надежного помощника на кухне. Начнем с мощности. 160 Вт – это вполне серьезный показатель для соковыжималки такого типа, что позволяет ей справляться с самыми жесткими цитрусами от лимонов до крупных грейпфрутов. Прочный корпус из нержавеющей стали придает прибору профессиональный и стильный вид, а черные пластиковые элементы добавляют контрастности и делают соковыжималку еще более элегантной. Устройство работает на одной скорости, развивая до 120 оборотов в минуту. Оптимальная скорость для медленного, но качественного отжима сока. А благодаря производительности в 0,5 литра в минуту вы сможете быстро наполнить стакан свежим фрешем. В комплекте идут две съемные конусные насадки, подходящие для разных видов цитрусовых, а также фильтр из нержавеющей стали, который эффективно отделяет мякоть и косточки. Интересной деталью является система капля-стоп с носиком, который можно регулировать по высоте. Выжали сок, перевели носик в нижнее положение, и фреш сразу направляется прямо в ваш стакан. Но будьте внимательны, для стабильной работы прибору нужен периодический отдых. После нескольких минут отжима дайте двигателю немного остыть. Благодаря длинному шнуру в 1,3 метра вы сможете легко подключить ее в удобном для вас месте на кухне, а ее компактные размеры не займут много пространства. Jimlux GL CJ160 – это простота использования, продуманная до мелочей и отличный результат каждый раз. Я рассмотрела отзывы пользователей о соковыжималке Jimlux, и, как у любого устройства, у нее есть свои плюсы и минусы. Начнем с отрицательных. Размер. Некоторым пользователям кажется, что она великовата, хотелось бы чуть компактнее. Отверстие для сока. Отмечают, что отверстие для прохождения сока довольно узкое, что может замедлить процесс разлива. А теперь положительные. Мощная и тихая. Устройство работает достаточно тихо для своей мощности. Легко мыть. Простота в уходе – важный плюс. Устойчивость. Ножки на присосках делают прибор устойчивым, он не скользит по столу. Эффективность. Быстро и качественно выжимает сок до последней капли. Стильный дизайн. Пользователи хвалят прочный и стильный внешний вид. В целом, несмотря на небольшие недостатки, пользователи довольны соковыжималкой Jimlux GL CJ160 за ее производительность, удобство и стильный дизайн. Итак, друзья, соковыжималка Jimlux – это отличный выбор для тех, кто любит свежевыжатый сок без лишних хлопот. Она мощная, устойчивая, легко моется и, конечно, стильно смотрится на кухне. Да, есть пара мелочей, которые могли бы быть удобнее, но в целом этот прибор справляется со своей задачей на отлично. Если обзор был полезен, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Все ссылки на соковыжималку в описании. Спасибо за просмотр, до скорой встречи!